В Подмосковье середина октября, самый расцвет золотой осени. Буйство красок, дожди и хороший клев хищной рыбы. Я отправился на одну из речек Подмосковья, говорить не буду какую, потому что в окрестностях там, Москвы можно найти много интересных рек. И отправился только для того, чтобы все-таки попробовать ловить рыбу сплавом на байдарке. Я давно об этом мечтал, но вот с настоящей байдарки ловить как-то оно несподручно, а вот с надувной с удовольствием. Но ввиду того, что человек я такой с хитростью, с маленькой, я вот первый участок пути предложил пройти моим друзьям, которые все-таки знакомы с байдарками, оценить это как что. Если им понравится, и мне, то дальше пройдусь на байдарке я. Все, отправил плавание, ребят. Теперь нужно сесть в машину, проехать километров, здесь получится почти 10, наверное, полукруг сделать и ждать их часа через два. Будем ждать наших грибцов. Хорошая погода, хорошая река, но, к сожалению, рыба клюет не каждый день. Так что ребята замечательно прогулялись в течение 3 часов, остались исключительно довольны ходовыми качествами этой рыболовной байдарки. Они так ее нахваливали, что мне захотелось тут же вскочить в эту байдарку и тоже немного половить рыбу, хотя бы попытаться это сделать. На самом деле, вот сплав – это какое-то непередаваемое чувство свободы. Тихо, тихо, это не моторная лодка. Хотя в моторных лодках есть свое преимущество, но здесь для того, чтобы ощутить себя частичкой природы, конечно, это нужно пройтись вот так вот на веслах, по тихой речке. К сожалению, сегодня рыба не очень хорошо ловится, то есть совсем не ловится. Видим всплески, но она как-то... Не знаю, что-то не так. Максим пытался ловить, я вот сейчас... Ну, что могу сказать? Я впервые на такой байдарке, и мне очень сильно нравится. Ну, не знаю. Я уже думаю, что по шатурским карьерам я с удовольствием на ней бы еще походил. И вот по этой реке только сплавиться подальше, километров 40-50. Я думаю, что надо будет сделать это. Честно признаюсь, никогда в жизни не ходил на байдарках, тем более на надувных. А это чисто рыболовная байдарка.
очень понравилось. Легкость хода, возможность плавать против течения, при том очень качественно, скажем так. Да, это специально для рыболова байдарочка. А что, думаю, она переедет ко мне в гараж.